Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Мы продолжаем с вами готовиться к Пасхе, и сегодня я покажу, как можно сделать вот такие классные космические золотые яйца с помощью обычной батали. Смотрите подробный мастер-класс в этом видео. Для начала нам нужно просто сварить яйца, как мы это делаем обычно. Варим яйца вкрутую в горячей воде, затем обдаем холодной водой и обязательно насухо вытираем бумажным полотенцем или салфеткой. Яйца должны быть сухие. И желательно их, конечно, остудить до комнатной температуры, чтобы вам просто не обжечь руки. Еще нам с вами понадобится одно сырое яйцо, точнее его белок. Отделяем белок от желтка, белок складываем в какую-то маленькую чашечку, желток нам не понадобится, его можно убрать и приготовить из него что-нибудь вкусное, например, испечь печенье или сделать домашний майонез. Теперь просто берем паталь руками или ножницами, разделяем ее на кусочки, окунаем кисточку, силиконовую или обычную, в белок, смазываем яйцо и аккуратно наклеиваем паталь на яйцо. Прижимаем паталь к яйцу кисточкой или пальцами, как вам удобнее. Главное, чтобы пальцы были сухие. Если ваши пальцы тоже будут в яичном белке или какие-то липкие, то паталь будет к ним приклеиваться тоже. Поэтому пальцы должны быть сухие и чистые. Приклеивать паталь можно кусочками или целым листом. Я приклеиваю кусочком, мне так нравится больше. Мне кажется, что яйца получаются космическими, такими красивыми, необычными. Но здесь нужно обязательно использовать яйца желтого цвета. Если хотите, паталь можно наклеить целиком, тогда ваше яйцо получится просто полностью золотое, что будет тоже очень красиво. Смотрите так, как вам больше нравится. Готовые яйца нужно куда-то поставить, чтобы они высохли. Мне кажется, для этого удобно использовать или специальные подставки, или вот такие вот обычные рюмки, стопки стеклянные. Я всегда в них ставлю яйца, и они так хорошенько высыхают. А купить такой паталь можно практически в любом рукодельном магазине. Она так и называется, паталь для декорирования. Как вы поняли, здесь нет абсолютно ничего сложного, зато получается очень необычно и красиво. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал.